11 миллионов похищено при строительстве школы в Дагестане. Экс-руководителя компании «ГАЗ-Водстрой» обвиняют в крупном мошенничестве. Он завысил стоимость работ по госконтракту. Подрядчик строил школу в селе Наскент Левашинского района. В течение 6 лет генеральный директор компании подделывал отчеты. Подозреваемый не только завысил цены на услуги специалистов, но и включил в бумаги работы, которые вовсе не выполнялись. Таким способом, по данным следствия, он и сумел похитить деньги из бюджета в особо крупном размере. Однако схему раскрыли сотрудники правоохранительных органов. Теперь ему грозит до 10 лет лишения свободы.